Гулин дамен, волен дамен. Что не значит ровным словом ничего. Но это город волен дамен. Смотри, как у него деревья сделаны. И там настоящая птичка уже сидит. Не понимаю, какую цель служит вот это вот место. Не понимаю, какую цель служит вот это место. Ну, канал вот этот вот. Милота. Милота, да. Милота. Вот какое дерево. Слушай. Ну, такое ощущение, что да, для действительно туристов. Пойдем. Ну да, молодцы. Фото in costumes. Фото в костюмах за 30 евро. Не хочу. Хочешь? Фото в костюмах. Хочешь? Можно я вас пойду? Хочешь? Да, хочешь? 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 Ну вот, наша набережная. У него будет огромный туристический магазин. Ну, очень мило. Я очень. А там камни почему-то. Ой, ой, смотри, рыба, рыба. Рыба, не рыба. Не мусульс. Нигде. Вот, теперь немножко морюшка. Вот такое морюшко. Хорошее. Давай. Снимай. Фотограф великий. Я буду запечатлять, как работает великий мастер по фотографированию. Вот, я палец намочил в этом море тоже. Он уже отнимается? Нет, я просто его намочил. Здесь сейчас находимся на фабрике сыра. Ну, это, знаешь, не фабрика, но, наверное, что-то кустарное тут делает. Здесь лежат настоящие головки сыра голландского. Это же пиздец какой. Почему они такие здоровые, тяжелые? И это все сыр, настоящий сыр, такой здоровый, огромный, громадный сыр. А вот здесь набережная с кораблями. Ну, либо сюда привозят туристов, либо, не знаю, откуда, отсюда отходят какие-то экскурсионные вещи. А еще тут дают такс-фри на сыр. На сыр. И стоит он, кстати, дорого. Это тоже какая-то знаменитая шняга. Чувачок. Как его. Вот так вот всегда. С мужиком все фотографируются, а с бабкой никого. Сидит бабка, скучает. Бедняга. Ее даже никто не трогает, потому что она не протертая нигде. За жопу? А вот это, видимо, все письку на счастье трогают. Да. Я ее тоже потрогал, между прочим. А как же. Ой. Ой, сколько много всего. И не только пицца. Че, здесь есть бутерброды, есть всякие штуки. Мидии жареные. Берлин, Прага, Париж. В Праге был, в Париже был, в Барселоне был, в Нью-Йорке был, в Осло был, в Стамбуле был, в Лондоне не был. А вот это город. Какой называется город? Эдам. Эдам.
Ну, не сказал бы, что он очень маленький. На самом деле он нормальный такой. Потому что туда можно пойти далеко-далеко. И сюда можно пойти далеко-далеко. А вот этот центр. О, ничего себе. Иваногор, сетевок. То есть не помешан. Ой, боже мой. О, боже мой. Смотрите, здание какое. Вот такое. Здание, ну, прям вообще так стоит. Обалдеть. Опять влезешь. Обалдеть. Очень красиво. А мост какой замечательный. Ух. Прям. Такой. А. Ну, вот здание. Знаешь, там отель такой миленький. Ой, огороды, огороды. Огороды, огороды. Голландские дачники. Что можно сказать? Тут свекла, какая-то капуста есть, зелень какая-то. То есть вот при всем при этом они еще выращивают фрукты. Тьфу, фрукты, овощи. И черную кошку, которую мне скажу сейчас. Я тебе патруль вызову. Вот это знаменитый Занцес Ханс, где есть еще стоящие функционирующие мельницы, я так понимаю. Здесь действительно настоящие мельницы. Вот они. Видно, раз, два, три, четыре, пять. Позади шестая. Дофига их. Такой милый городок. Здесь можно на лавке сидеть и медитировать. Целый божий день. Вот им досталась такая благодать, а, блин. Живут себе, горе не знают. А мы тут каждый день курс доллара отслеживаем. Нефтяные котировки. А что самое главное, там есть туалеты. Это намного более критично, чем все остальное. Вот мельница раз. И вот они тут. Их целых три штуки. Причем все они крутящиеся. Вот эта мельница. Закрыта. Может, туда пускают, потому что работает. Да, подниматься не очень высоко, и это очень круто. Сейчас вот они тут что-то делают, и она функционирует, она работает. То есть тут, конечно, сделали не туристов, много чего, но что-то тут работает. А вот это масло, которое смазывает все. О, нифига себе. Тут, кажется, ему какао делает. Обалдеть, какие камни тут стоят. Охренеть. Блин, наверное, тонну, если не больше, каждый из них весит. И все деревянное. Все деревянное. Совершенно. Смотри, какая вот. Они ездят и молят. Смотри, какие огромные камни. Вот она такая крутится, крутится, крутится. Причем, как, блин, вот эти лопасти, как этот ветер такие вещи раскручивает. Это вообще нереально. Она же обалденно здоровая.
Да. То есть, причем, видишь, она действительно рабочая, потому что там была даже мука помолотая. Потому что ой. Внизу все видно, эти лопасти огромные. Ой, мамочка, ой, ой, обалдеть, ой, обалдеть, охуеть, какая красота, ой, какая красота. Ника, боже мой, Ника, не рядом. К середине стой, к краю не подходи. Главное. Причем вот эта мельница, она разворачивается. Вот этот барабан поворачивает ее так, чтобы подставить ее ветру максимально эффективно. Сейчас ветер сдует с той стороны, поэтому она повернута в ту сторону. Ой, тут еще лучше видно. Я огромная. Представляешь, за нее зацепиться вдруг? Она тебя сразу утащит, она что, она какая мощная. И она тебя утащит. Вроде, вроде фигня, ты скажешь, что ну ветер, ну и что. Но мне кажется, даже если вот 100-килограммовый гирь повесить, они все равно будут фигня крутиться. Представляешь, вот какая-то вот эта толстая, тяжелая балка. Ну, по крайней мере, ну тонну она точно весит.